С 2020 года в России планируется ввести электронные трудовые книжки. Цифровой документ обеспечит постоянный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. А работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на такие электронные носители добровольный и предусматривает также сохранение бумажной версии. Россияне, которые устроятся на работу с 2021 года, от электронной трудовой книжки отказаться уже не смогут. У таких все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде, без оформления трудовой книжки по старинке.